Работа по посадке цветов, установка новых памятников, наладка проточности городского канала. В Якутске подводят итоги года труда. Что еще было сделано за этот период, расскажет Розалия Борисова. Одним из главных направлений года стала трудовая слава Якутии. Впервые в столице выявили лучших по профессии. Также в этом году выявлено 15 трудовых династий. Две из них вошли в книгу почета республики. Мы утвердили почетную медаль «Трудовая доблесть». И буквально вот сегодня на заседании Якутской городской думы это положение будет утверждено. И по итогам года самые достойные и лучшие будут награждены данной медалью. Уже не первый год идет работа по цветущему Якутску. В этом году улицы столицы украсили более 1 000 000 цветов. Появились новые памятники. Чистые берега столицы. Сразу хочу сказать, что проведено огромное количество субботников, в том числе с привлечением добровольцев. И на острове Хатыстах, и вдоль всего городского канала. Мы чистили все наши озера, косили камыши. Ну, в том числе и с противопожарной безопасностью в данном направлении работали. И, конечно, самое главное, что за последние 20 лет впервые восстановлена проточность городского канала Малого Кольца. Большая работа выполнена и в сфере добровольчества. Город Добра в течение года провел работу как с ветеранами, так и молодежью. Также у нас сейчас идет ежегодная благотворительная акция «Елка добра». Любой желающий может подарить подарок ребенку из коррекционной школы, либо из детского дома «Берегиня». Правило очень простые. Берете открыточку с елки, и там написано фамилия, имя ребенка и какой подарок он хочет. Всего в течение года работа велась по 7 направлениям. В следующем году по многим работа продолжится. Розалия Борисова, Владимир Павлов, НБКСХ, Якутск.